Территория была захламлена настолько, что больше напоминала полигон для сбора ТБО, чем дорогу к морю. Кто засоряет территорию, выясняли специалисты управления муниципального контроля. Ежедневное дежурство принесли результаты. Заметив сотрудников службы, водители разворачивали автомобили, а значит, увозили мусор с собой. Управление муниципального контроля совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства ведут работы по ликвидации несанкционированной свалки. Привлечено большое количество единиц спецтехники. Это и погрузчики, это непосредственно и большие самосвалы. В результате данной деятельности мы планируем ликвидировать эту свалку и запретить всем жителям сюда складировать этот мусор. Ликвидировали стихийную свалку за 3 дня. В первый день задействовали 6 единиц спецтехники, во второй 8. Строительный мусор, отходы, покрышки вывезли на специальные полигоны. Завершающий этап работ провели на 3-й день. Очищенную от отходов территорию перекопали. Специалисты управления муниципального контроля ежедневно проводят мониторинг города и выявляют нарушения правил благоустройства. По каждому нарушению специалисты возбуждают административное производство, готовят пакет документов и направляют на рассмотрение административной комиссии, где определяют сумму штрафа. Требование к нарушителям остается прежним – устранить все замечания и причины претензий.